ищешь... Что ж, да... Асы. Вкуси! Thank you.
Вот, вот, значит, тайный чашник, что оставляет всюду странные напитки. Чего он желает, добра или худо? Угощайся. Раз уж ты опять без даров, то, может, что-нибудь купишь?
Почту за честь взглянуть на товары. Раз уж ты опять без даров, то может что... Почти.
Ищешь, что купить? Что ж, да.
Я буду бельмом на твоем глазу, пока снова не увижу Бальдра. Раз так, пусть смерть воссоединит вас. Ты знаешь, кто из нас сильнее. Верни мне сына. Что ж, этот замысел был обречен. Нельзя отнять у человека память, не разрушив и то, и другое. Так ты лишила меня памяти. Зачем? Зачем так стараться, чтобы помутить разум, ослабить волю? Похоже, что-то все-таки получилось. Ты даже не помнишь, что это была идея Бальдра. Бальдр не принес бы меня в жертву. Принес бы ради великой цели. Он все придумал, предоставив мне исполнить его замысел. Я только не стала тебя убивать. Но зачем ты помогла ему? В чем твоя выгода? Когда вокруг смерть начинает тянуть к свету,
Неужто в это так трудно поверить? Пусть он скажет мне все это сам. Это можно устроить. Бальдер. Здравствуй, отец. Как тебе мое убежище? Скромное, но до конца света простоит. Я не хочу верить в то, что рассказала мне Хель. Она не лжет. Если я хочу исполнить свой долг, враги должны думать, что я мертв. Они не должны узнать правду. И от тебя тоже. О ком ты говоришь? Я сотру их в порошок. Это не твоя война. Она продолжится и после твоей гибели. Так ты хотел забрать мои воспоминания? Но раз ничего не вышло... Мунин останется здесь. Твои воспоминания не исчезнут. Я их сберегу. Взамен я дам тебе Сюни. Она поможет тебе идти вперед. Мне столько нужно тебе сказать. Мы не ценим время, что у нас есть, пока не остаемся ни с чем. Но мы уже прощались. Просто ты об этом не знаешь. Бальдер, ты мой лучший дар девяти мирам. Вот почему я хочу тебя вернуть. Без тебя в них нет равновесия. Отец, твоя любовь со мной. Память о ней греет сердце. Но твой мир поглотит тьма, а я должен нести свет в новый век. Так вырви любовь к тебе из моего сердца, чтобы ни следа не осталось. Иначе не смогу я жить дальше. Таково твое время. Прощай, отец. Делал тебя в этот раз дохлый тролль. Отец, в чем дело? Что случилось? Ты знаешь, где Бальдер? Бальдер? Да, его нужно спасти. Ты пришел, чтобы помочь нам, мой сын? Нет, 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 я не хотел. Дело не в Бальдре. Я вижу это ясно, как никогда. Она что-то замышляет. Я должен кое-что тебе сказать, отец. Кое-что напомнить. И слышать не хочу. Ничто не должно отвлекать меня от цели. Нет. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Представь, ты схватил мирового змея и вот-вот свернешь ему шею. Что заставит тебя ослабить хватку? Ничто.
даже сама смерть. Так ты пойдешь туда снова? Да, столько раз, сколько нужно. Хочешь получить услугу? Возможно. Что ты так ненавидишь Хель? Я просто хочу вернуть Бальдра. Но боюсь, из-за меня родилось чудовище, что положит конец всему.
Где? Где же он? Куда он пропал? Спокойно, Эйвор. Ты дома, в Рейвенсторпе. Это же просто сон, да? Сон об отцах и сыновьях. И дочерях. Возможно, все не так просто. Твоя семья не первая и не последняя из разлученных смертью. Да, эта история стара как мир. Хочешь увидеть, что я создал, слушая тебя? Покажи.